наличии вот такого уникального девайса. Значит, смотрите, как и было объявлено организаторами, у вас у всех есть билетики, да, вот, по которым вам вручали при входе, на них есть номера. Я, конечно, понимаю, что здесь далеко не все собрались, и по большому счету было бы... Давайте сделаем таким образом, если вот присутствующие со мной согласятся, то мы таки проведем. Я предлагаю сделать 5 попыток. Если на 5-й попытке никого из присутствующих не выпадет, то мы тогда вытаскиваем 6-ю, и независимо от того, есть этот человек или нет, мы потом опубликуем, и этот номер должен будет появиться и забрать. Если же любой из этих, вернее, тот, кто 6-м будет, не заберет, то мы первых 5, которые будут вытянуты, приглашаем на Олкарленд, и там уже вручим тогда тот... Этот небольшой девайс, который мы хотели сегодня вам презентовать. Называется это полотер. Он даже в упаковке совершенно новый, эксклюзивная вещь. На eBay стоит очень большие деньги. Итак, я хотел бы... Вот у меня есть Аня, которая сегодня... Все вы ее видели. Подходи, пожалуйста, ко мне сюда ближе. Значит, я хочу пригласить... давайте так. Вот самого маленького, самых маленьких наших посетителей... Вот как раз, идите сюда, в красной шапочке. Давайте начнем. Начнем прямо сейчас, сразу. Вытаскиваем бумажечку одну небольшую. А только одну. Номер 23885. Первый номер вы пишете, да? На видео 23885. Есть у кого-то такой номерок? 85. Посмотри, у меня. Нет? Так, давайте другой молодой человек. Подходите, пожалуйста. Вот. Подходите к нам. Подходи. Так. 23 802. Есть? Ну, господа, аплодисменты. Аплодисменты. Мы просто вот честно, я даже не рассчитывал. Так, проверьте, пожалуйста. Пожалуйста, кто-то подойдите еще сюда. Подойдите вы, пожалуйста, подойдите. Чтобы убедились. Гляньте, пожалуйста. Сходится. Пожалуйста, сфотографируйте нас, будь ласка, в момент вручения. Обалдеть, вот этого я даже не ожидал. Итак, я хочу попросить, Гена, помоги, пожалуйста, вручить приз. Как вас зовут? Таня получает уникальный полотер. Аплодисменты, господа. Аплодисменты организаторам, аплодисменты Тане, что она пришла и таки дождалась этого момента. Спасибо большое всем. На этом все наши официальные части заканчиваются. Ребята еще немножко поиграют. Мы будем рады вас видеть всегда. Приходите на Олкарленд, который состоится в первые, последние выходные апреля. Спасибо вам огромное. И с новым полотером. До встречи, друзья!